Привет, привет, мои дорогие ребята, уставшие. Уставшие. Ну, пожрать полагается. У меня Яна забрала, ну, все оставшиеся суши, она пришла. Я говорю, оставь мне вот этих, хочу вот этих. Ну, вот две штучки. Мне понравились вот эти еще. Тартары. Идем два дня, кто не видел выпуск суши, у меня внизу. Быстро нарубала. Огурец с яйцом и со сметанкой. Эту котлету я покупала в Пятёрочке, а это сделала сама. Ну как сделала? Я тогда фарш рубил, ну делал, у меня остался, я заморозила. Я не знаю, что я больше хочу. В общем, купила я вот этот суп пакетиков. Я сделала уже видео, выпущу. Вернее, скорее уже, когда это видео, оно уже будет подрывка, по-моему, фирмы. Не покупайте говно. Уж на что я неприхотливая к еде. Не хочу даже. Выкинула. Ну и котлеты из Пятёрочки, когда горячая есть можно, я ее не разогрела. А когда холодная, так себе. Но салат, вот это сушено осталось, роллино, и моя котлета, это очень вкусно. Все, ребят, сегодня, ну, вернее, видео выйдет вот это в пятницу. Расписание на следующей неделе я еще не знаю. Но у меня одни вторые смены, я прям вот вообще. Я даже стримы не могу проводить. Считайте, я во вторник пришла в 9. Вчера я тоже дежурила. Пришла в 6, но нам тут должны были заказ привезти, доставку. В общем, пока тут ждали, ну как, ну и что, и прям вот тут устала. Но сегодня опять 9 часов, я уже вот это видео записываю около 9 часов вечера. Пришла только быстренько. Котлеты нажарила. Я не завтра на работу. И пожрать. Мои котлеты, конечно, вкуснее.
Очень вкусно. Что-то я уже наелась. Прям силов нет. В общем, котлеты тут горячие, хорошие. А это я сейчас доем. Салат надо было полугуста порезать. Я поленилась почистить лучок. Лучку тогда не хватает. Юля долго ест пакетик. В общем, все. Я доедаю. Всех обняла. Все, завтра возвращаюсь в стримы. Дай бог, чтобы у меня не было вторых смен. Ну, хотя бы одна, да, на следующей неделе. Вот она пришла. Ваша Наташа. Пойду собак кормить. Куриные котлеты. Пока-пока.